Добрий вечір, шановні гості, шановні експерти, шановні глядачі, усі, хто, як завжди, по четвергах о 19:30 збирається по цей та по той бік екрану, щоб взяти участь у дискусіях, які точаться у студії телеканалу «Миколаїв» на програмі «Контраргумент». І саме тут ми говоримо про найцікавіше, про найактуальніше. Зараз я пропоную нам зосередитись на питанні, чим запам'ятався, яким ми запам'ятаємо, яким він справді є, а яким він нам здається, політичний рік, що минає. Чого нам чекати від ріку, що від року, перепрошую, що іде за ним? Мабуть, найкраще про це поговорити з професійними політиками та з професійними економістами, а ще краще з тими економістами, які знаються на політиці, та з політиками, які розуміються на економіці. Адже, по суті, це є одне є продовження другого і навпаки. У нас сьогодні дуже цікаві гості, у нас сьогодні дуже цікаві і обізнані експерти, втім, як завжди. А ще я хочу, щоб сьогодні ми, власне, про це ми будемо говорити в основному, поговорили про те, що на будь-яких виборах, а тільки лінівий не каже, що наступному році на нас чекають такі вибори, подивимося, чи це так, чи ні, втім, все може бути. Так ось, на кожних виборах обов'язково з'являється певна третя сила, яка пропонує тим, хто розчарувався і в позиції, і в опозиції, у владі, та у тих, хто опанує цій владі, вона пропонує їм себе. Зазвичай у нас бувають різні інкарнації цієї третьої сили. Це вже були зелені, ви пам'ятаєте, і певний час у нас були різні соціалісти. І, зрештою, саме про соціалізм, про соціалістів ми сьогодні і поговоримо. А почнемо з того, як миколаївці уявляють собі і соціалізм, і соціалістів, і ті країни, де соціалізм чи переміг, чи перемагає. Чи, можливо, переміг населення, як це відбувається у Північній Кореї, про це згадують наші городяни, чи навпаки створив такі умови, при яких хочеться жити навіть капіталістам, як це відбувається у Скандинавії. Втім, давайте подивимося, що думають миколаївці про соціалізм і соціалістів. Будь ласка. Ну, это строй управления, да, который предполагает управление общества. Ну, все. Основные принципы, ну, это определенная социальная программа, которая направлена на поддержание, ну, собственно, поддержание этого строя в дальнейшем. То есть люди заботятся о людях. Я жила при социализме. Как бы очень хорошо было. Это когда было хорошо. Это когда мы были. Что за принципы? Ну, так надо подумать. Так слегка. Ну, это хуже, чем капитализм, наверное. Наверное, от каждого по способностям и каждому по труду. Ну, я считаю, что это не очень хорошо. То есть, в принципе, богатые, бедные. То есть, не может быть такого. То есть, это неправильно, чтобы все были одинаковые. То есть, все мы индивидуальные. У каждого есть свое. И поэтому каждый должен получать по своим заслугам. Свобода, равенство. Что там было еще? Братство. Социализм основал Маркс. Принципы равное разделение благ между всеми участниками, что, в принципе, с чем я не согласен. Социализм? Социализм. Это история, да? Ну, в основном термин с историей. Ну, так же, вот история погана. Сложно ответить. Да, сложно. Если взять по-моему, как я вырос, да, в социализме, да, бесплатная школа, бесплатное обучение, там, бесплатная лекарня, да, как говорится. Усе я розумію в соціалізмі. І коли все в людей, все нормально. А як в нашому зараз демократичному соціалізмі, я скажу прямо, бардак. Принципи соціалізму? Ну, я думаю, що це демократія, равенство, свободи, ну, как бы, равні права. Вот как-то так. Ну, це декларується равенство, хоча це тільки декларація.
Вот да. Основной принцип, да. Ну, всем по труду... Сейчас забыла уже. Вознаграждение по труду, так сказать. Сколько работаешь, сколько получаешь. Социализм, наверное, равенство прежде всего всех людей, живущих в государстве. Я, честно говоря, не сильно в него верю. И не верю, что он когда-либо существовал на самом деле. По-моему, Китай, Корея, что-то такое вот, да? Ну, политикой особо не интересуюсь. Ну, не считая Китая, других не знаю. Я знаю, что только скандинавские страны сейчас в основном освоили эту модель общества. Это Финляндия, Швеция, насколько помню, у них очень развито именно социалистическое движение. Ну вот еще какие-то скандинавские страны, я помню, да, они им это нравится, у них это получается, слава богу. Китай, Северная Корея, Куба, что Швеция, да не. Коммунизм есть в Китае и в Северной Корее, по-моему. Ну, я бы сказал, это, наверное, все-таки Лихтенштейн. Я не уверен, что у них капитализм. Это страны, в которых есть социально развитое общество. То есть даже если это капитализм, но преобладает бесплатная медицина, забота о людях там, и другие социальные программы, это тоже можно считать социализмом. По-моему, Китай. Шведская модель социализма, это еще из студенческих год. Ну, так не вспомню больше. Китай, Северная Корея. Куба. Наверное, Швеция и Швейцария. Вот эти самые, наверное, ну, Дания, там более. Да, если исходить из термина социал, то ближе те, где лучше социальная жизнь народа. То есть это в основном скандинавские страны, у которых признано, что там уровень жизни и, так сказать, как там индекс счастья самый высокий. Отже, якщо судити по тому, що знають та думають, чи думають про соціалізм пересічні миколаївці, я думаю, що це, скоріш, така мрія про той соціальний строй, де все добре, як сказав один з наших респондентів. І тому, напевно, що немає кращого способу з'ясувати, що ж це таке соціалізм, принаймні соціалізм в Україні, як звернутися до людей, які мають до цього найбезпосередніше відношення. Саме тому я з задоволенням представляю вам, шановні глядачі, і експертам, які сьогодні беруть участь у нашій програмі. Вони дуже різноманітні, ви почуєте просто повну поліфонію думок з цього приводу. Я представляю наших гостей. Леонід Олександрович Кожара, голова партії «Соціалісти». Будь ласка, візитівку. Леонід Кожара, голова партії «Соціалісти», український політичний і державний діяч, дипломат, міністр закордонних справ України 2012-2014 роки. Надзвичайний і повноважний посол України, голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі, а також Організації Чорноморського економічного співробітництва 2013 рік, депутат Верховної Ради України трьох скликань. Олексій Віталійович Плотников, заступник голови партії «Соціалісти». Олексій Плотніков, заступник голови партії «Соціалісти», український економіст і політичний діяч, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України. У 2006-2012 роках народний депутат України 5-6 скликань. А також це Всеволод Володимирович Степанюк, член політради партії «Соціалісти». Будь ласка. Всеволод Степанюк, член політради партії «Соціалісти», експерт з питань політики та економіки, екс-науковий співробітник Інституту світової економіки Національної академії наук України. Отже, як бачите, сьогодні у нас буде дуже кваліфікована, дуже компетентна розмова з дуже обізнаними людьми. І перш ніж передати по хвилині на початку нашої програми нашим гостям, я хочу спитати вас, можливо, ви знайдете можливим відповісти у ваших хвилинних промовах.
Зараз на політичному полі лівої ідеї топчеться дуже багато різних політиків. Окрім вашої партії, партія, яка так і називається, безхитростно, просто соціалісти, ще є Союз лівих сил пана Волги, ще є Цушко та Мороз у своїй соціалістичної партії. Є певним чином, може до цього табору бути зарахованим пан Каплін з його соціал-демократами. Напевно, я когось ще забув, напевно, хтось ще з'явиться. Дякувати Богові, що вже пан Симоненко пішов у минуле. Втім, хто знає, якій реінкарнації він ще спливе, якщо збирається сплити. Отже, як не загубитися у цьому різноманітті соціальних програм, соціалістичних програм, соціалістичних гасел? Адже, як ми побачили, люди не дуже роблять різницю між будь-яким соціалізмом і навіть Ліхтенштейні його шукають. Давайте, мабуть, почнемо з пана Кожари. Ви як голова, вам і карти в руки. Будь ласка, одна хвилина. Спасибо большое. Очень приятно быть на Николаевщине. Это область, которая стратегическое место занимает в стране, потому что как раз вот юг Украины, Николаевская область, это то место, где полной мерой сходится вся инфраструктура страны, близость к морю, все транспортные развязки. Но, к сожалению, сегодня регион, и не только Николаевская область, юг Украины находится в таком очень глубоком и разрушительном кризисе. Наша партия будет активно работать и в Николаевской области, на всем юге Украины. Я коротко расскажу о нашей партии. Я думаю, что мы можем дать такой ряд определений для партии «Социалисты». Первое, это партия новая. Мы никак не связаны с теми фамилиями, которые вы называли. Мы партия идеологическая. Я прошу еще немножко времени. Давайте две минуты, да. Тогда уже, чтобы вы вложились как руководитель. Остальные помимо. Партия новая. Мы никакого отношения не имеем к левым партиям, которые существовали в нашей стране. Мы не имеем отношения к Александру Александровичу Морозу, к другим левым политикам. Мы партия идеологическая. Мы не привязаны к каким-то конкретным фамилиям. И вы называли левые партии. Фактически в каждой из этих левых партий в названии есть фамилия лидера. Мы основываемся не на каком-то одном лидере, мы собираем команду людей, которые имеют желание как раз работать в направлении создания социального государства в нашей стране. Поэтому для нас главная идеология, а не какие-то кумиры. Мы партия левого направления, и это означает то, что мы исходим действительно из необходимости, прежде всего, обеспечения работы конституционной нормы, где написано, что Украина – это социальное государство, что на практике должно означать и в политике правительства, то, что государство заботится о человеческом развитии на всех этапах, от самого рождения до самой смерти. Мы партия объединяющая, и действительно сейчас в наших рядах много очень наших коллег, которые входили раньше в другие партии, и мы ведем переговоры с другими левыми силами. Я хочу сказать, что именных партий в одном городе, в одной области может быть бесконечное множество в зависимости от фамилии и имен их лидеров. Идеологических партий не может быть много. Поэтому это естественный процесс, что мы будем объединяться с другими левыми силами. Мы партия оппозиционная, и мы не согласны с нынешней политикой руководства страны ни в сфере международной политики, ни в сфере внутренней политики. Вот такие мы сегодня социалисты. Спасибо большое. Я думаю, что как совсем недавнее прошлое министр иностранных дел, вы еще сможете поговорить и рассказать зрителям, в том числе и о нюансах внешней политики Украины раньше и сейчас. Это, безусловно, будет очень интересно. А сейчас я с удовольствием передаю слово Алексею Витальевичу Плотникову. Пожалуйста, ваша минута.
я хочу продолжить то, о чем говорил Леонид Александрович. Действительно, мы партия идеологическая. Мы партия, которая основывается в своей деятельности на программу. Наша программа – это серьезный документ, над которыми работали многие и многие люди. Это программа, которая рецензировалась партией европейских социалистов в Брюсселе. Это, наверное, единственная из программ украинских партий, которая, скажем, была переведена на словацкий язык, которую смотрели наши друзья-социалисты в Словакии. Мы в своей работе ориентировались на программу болгарской социалистической партии. Главное, что есть в этой программе, это стратегия человеческого развития. Наша партия предлагает устойчивые доходы в течение всей жизни человека. То есть, чем бы человек ни занимался, он должен получать такие доходы, которые обеспечивали ему жизнь. Мы предлагаем устойчивую, стабильную систему здравоохранения, доступную для каждого гражданина, опять же таки, независимо от его положения социального статуса. И мы предлагаем систему образования в течение всей жизни. Казалось бы, это три несложных положения, но то, на чем базируются эти вещи, это выгодно отличает нас от других политических партий. Дякую. Всеволод Володимирович, будь ласка, ваша хвилина. Ну, можно добавить, что то состояние, в котором находится Украина, и в частности юг Украины, это следствие правового нигилизма власти, которая отошла от принципа социального государства, от принципа управления экономикой государства. То есть власть строит рынок, который проигрывает, скажем, в конкуренции тем же Соединенным Штатам, тому же Евросоюзу. Это мы видим по остановке заводов, по безработице в Украине. То есть мы декларируем то, что мы будем стремиться к восстановлению этого принципа и восстановлению управляемости экономикой со стороны государства. К тому же у нас в программе записано, что мы партия мира. Без мира не будет никакого развития, никогда. Поэтому изменение внутренней и внешней политики – это как бы наши задачи, благодаря которым мы сможем, скажем так, начать строительство социального государства. Дякую. Я думаю, що знову ж таки буде багато про що поговорити щодо того, яким чином партія миру збирається встановити мир зараз в Україні в умовах зовнішньої агресії. Ну, втім, можливо, у вас є якісь рецепти. Хочу тільки додати, що якось так вже колесо історії воно крутиться, що кожного разу, коли приходять до власті праві, народ починає вимагати лівих ідей. Як тільки приходять люди, які у тій чи іншій мірі користуються, як дороговказом, лівими ідеями, то обирають таких правих, що просто вже здавалося б просто страшно дивитися. Ось нам останні вибори в Америці це підтверджують. Отже, можливо, що саме вам, виборці, віддадуть голоси, втомившися від ідеологічної невизначеності. Втім, давайте подивимося сюжет Федора Бондара, нашого журналіста, який спробуємо проаналізувати. Що ж таке саме українські соціалісти? Будь ласка. За визначенням, ліва або соціалістична ідея спрямована на відстоювання прав робітників, принципи соціальної справедливості. Особливої популярності набуває в періоди економічної кризи. І зовсім не обов'язково політичні сили, що сповідують такі ідеї, мають красномовні назви. Якщо ми говоримо про лівих, наприклад, Сполучених Штатах Америки, то ліві – це Барак Обама і Демократична партія. Якщо ми говоримо про Францію, то це Французька соціалістична партія, Велика Британія – це Лейбористська партія. Це ті ліві, які відстоювали менш заможний клас, які відстоювали права, в основному економічні права трудящих. Так склалося, що ліва ідея на радянському та пострадянському просторі нерозривно пов'язана з тим, що тепер остаточно сформувалося в поняття «руський мір». Комуністи-соціалісти ще з ленінських часів використовували маску інтернаціоналізму для поширення свого впливу по всьому світу. А скільки грошей викинули на розвиток комуністичного руху, інтернаціоналу? Як же ж було жити з сальвадорцем чи ангольцем без керуючої та спрямовуючої, за текстом статті 6 Радянської Конституції, сили? Про залишки КПО і так все зрозуміло. Українські комуністи ніколи не приховували свого пієтету перед Москвою.
ностальгія за Радянським Союзом, дикий плач по тим часам, як все це було раніше добре і як сьогодні все погано. Але є і свіжіші персонажі. Василь Волга став постійним гостем відверто сепаратистських та російських телеканалів. Можливо, тому, що на українські не пускають? Ні. І в київських студіях його можна побачити. Щоправда, не всюди його однаково спокійно зустрічають на вулиці, як, наприклад, цього року в Запоріжжі. Якщо не торкатися партії одноденок, створених винятково для задоволення чиїхось особистих амбіцій та бюджетно-фінансових оборудок, залишиться всього кілька лівих сил, що претендують на помітну роль у вітчизняному політикумі. Хоча деякі з них дивують своїми спробами вдруге або й втретє увійти в ту ж саму річку. Яскравий приклад – Олександр Мороз. Для когось – символ принциповості, для більшості українців – навпаки – зради і безпринципності. Поруч із ним – Василь Цушко. Доволі стрімко і гучно рухається політичними сходами Сергій Каплін. Ми починаємо масштабні акції протесту. Не однодневний, не дводневний, а весь тиждень ми не спускатимемо уваги за роботою парламенту. В сьогоднішньому форматі ліві можуть бути популярні в якому сенсі? В тому сенсі, що сьогоднішнє, нинішнє наше керівництво не виправдує тих надій, сподівань після Революції Гідності і маятник електорального подобання починає, скажімо так, гойдатися в сторону лівих, тому що зубожіння населення, падіння рівня економіки, все це те економічне підґрунтя, яке дає є основу лівим партіям. А враховуючи те, що за багатьма оцінками експертів ми ще не досягли дна економічної кризи, у носіїв лівої ідеї є шанси зачепитися на електоральному полі. Чи зможуть вони мобілізувати електорат? Тому що, наприклад, на лівому полі грає дуже вдало Тимошенко сьогодні, на лівому полі дуже вдало грає партія Ляшка, і говорити про те, що там появляться нові знакові фігури, сьогодні не приходиться. На що сподіваються наші сьогоднішні гості, почуємо від них. Отже, наші експерти вже активно включаються в розмову, і Андрій Острів, політолог, вже політтехнолог, готовий задати перше запитання. Будь ласка. Добрий вечір, студія, добрий вечір, зрителі. У мене питання вот, по поводу курсу, з яким ви не согласні. Ми зараз говоримо о внешньополітичному курсі. А ви як вважаєте, вот яка ваша політична платформа? Ви були одним із тих людей, які займалися асоціацією з Європою. Другий курс – це Росія. А я можу, якщо ви дозволите, я вам процитую одне ваше висказування. Це обращається Андрій, я так розумію, до Леоніда Олександровича Кожарі. Да, Леонід Олександрович, це іменно к вам. Ви сказали о том, що ви в одному з своїх виступлень в 2014 году, 3 февраля, вы сказали о том, что Украина будет жестко отстаивать свою территориальную недоторканность, и вы сделаете все для того, чтобы целостность Украины сохранилась. То есть, если мы меняем вектор, ну, это как-то вот у меня, например, в логике это не вяжется. Вот, может, давайте тогда подробнее для наших зрителей. Какой внешнеполитический вектор вы видите развития Украины, если вы не согласны с текущим? Спасибо. Я думаю, что, наверное, будет честно дать 3 минуты, Леонид Александрович, для того, чтобы, в общем-то, вопрос, судя по всему, глубокий и многослойный, для того, чтобы вы могли ответить на него максимально полно и не оставить уже двусмысленных толкований. Пожалуйста. Спасибо. Вопрос, на самом деле, требует гораздо большего. Ответ на этот вопрос большего времени. Но я постараюсь сжато ответить. Первое. То, что сегодняшний внешнеполитический курс, он тупиковый, ну, наверное, уже понятно. Почему? Мы можем на конкретных цифрах сегодня уже об этом говорить. Мы избрали одновекторную внешнюю политику, движение исключительно в сторону Запада. И сегодня мы очутились в такой ситуации, когда мы потеряли все связи наши на Востоке, на Западе мы ничего не получили. Вот чтобы конкретнее об этом сказать, мы можем посмотреть внешнюю торговлю Украины. За последние годы внешняя торговля сократилась более чем в 2 раза.
наш 100% прозападный курс, можно было бы ожидать, что у нас возрастет внешняя торговля с Европейским Союзом. По результатам 2015 года внешняя торговля сократилась на 25% с Европейским Союзом. При этом мы потеряли в торговле со всеми другими странами где-то 50%. Украина сегодня в два раза беднее, чем была два года назад. Вот это все результат того курса, который проводится за последние 2,5 года. Еще один пример. Вот скажите, как можно ориентировать все государство на членство в Европейском Союзе, а ведь именно это предлагает нынешняя власть. Если мы посмотрим указ президента, принятый в 2015 году, о стратегии Украины 2020, мы увидим, что главная задача внешнего и внутреннего развития страны – это установление в стране копенгагенских критериев членства в Евросоюзе. Как мы можем об этом говорить, если Украина, а об этом уже весь мир знает, не будет членом Европейского Союза в обозримом будущем, и даже в среднесрочной и стратегической перспективе. На практике как раз это и приводит к тому, что мы, открывая двери для более конкурентных товаров Запада, мы потеряли все рынки на Востоке на сегодняшний день, и страна находится в плачевном таком состоянии развития. Если мы возьмем, допустим, более успешные примеры, Польша, страны Балтии, то, конечно, Украина, которая обладает намного большим потенциалом, чем эти страны, она не может проводить вот такую политику только в одну сторону. Мы должны ориентироваться на весь мир, и сегодня как раз мы этого не видим, этого не происходит. Спасибо. Мне кажется, вы как бы совсем не ответили на вопрос Андрея. Впрочем, у нас еще есть время для того, чтобы прояснить это. Пожалуйста, Евгений Воробьев. Добрый вечер. Хотел бы опять-таки к вам обратиться сейчас с таким вопросом. Вы проговорили вкратце о своей программе, в общем-то, но больше непонятного. То есть понятно, что вы хотите получить голоса избирателей, но основным вопросом является следующее. Что вы хотите от народа? То есть как вы можете вернуть тех людей, которые уже эмигрировали, они разъехались на заработки? Как восстановить заводы и так далее? То есть в частности, как вы собираетесь поднять страну с той разрухи, в которую нас фактически сейчас погрузили вот эти вот различного рода политические силы? В общем-то, спасибо. Спасибо. Не обязательно, Леонид Александрович, если есть тут у вас есть начну, экономисты, наверное, я понимаю, политики. Коллеги продолжат. Я хочу сказать, что ни у кого не вызывает сомнений, что в Украине должны проходить реформы. И то, что касается реформирования нашего общества во всех аспектах, мы поддерживаем саму эту идею. Но тот курс реформ, который проводится, мы считаем, что он совершенно неправильный. И мне сравнивать, как бывшему послу Украины в Швеции и человеку, который прожил достаточно долго в этой стране, есть чем. И я хорошо знаю опыт этой страны, которая при шведских социалистах проводила реформы в 50-60-х годах. Так вот, основные принципы шведских реформ были, я думаю, что можно назвать три основных принципа. Первый. Все реформы должны носить неконфликтный социальный характер. На практике у нас как раз наоборот. Все реформы, они антисоциальные и социально-конфликтные. Второе. Любая реформа должна вести не к увеличению разрыва между самыми бедными и самыми богатыми, а наоборот, на сокращение этого разрыва. Если мы возьмем хотя бы одну реформу, допустим, патрульной полиции, мы увидим, что сегодня средняя зарплата по патрульной полиции и минимальная заработная зарплата в Украине отличается больше, чем 10 раз. В этом уже есть противоречие тому же шведскому опыту. И последнее. Любая реформа должна преследовать идею максимальной занятости. А шведы это сформулировали еще проще – всеобщей занятости. То есть
Любая работа, любое государственное финансирование должно быть направлено на увеличение рабочих мест. Что сейчас происходит в стране? Идет, допустим, большие бюджетные финансирования на развитие инфраструктуры, часто привлекаются даже иностранные компании на строительство дорог, инфраструктурных объектов. Правительство совершенно не заботится о создании рабочих мест для наших граждан. В этом, вот то, что я назвал, мы видим главные противоречия и антисоциальность реформ. И мы хотим, естественно, реформирование общества направить в просоциальное направление. Я думаю, мои коллеги меня поддержат. Спасибо. Я тогда адресую свой вопрос к вашим коллегам. Возможно, они кто-то из них ответит. Вот вопрос как бы из двух частей. Первый. В то время, когда вы были министром иностранных дел, вы сделали практически все возможное для того, чтобы Украина вступила в Евросоюз. И, насколько я помню, там, в общем-то, вопрос был уже просто в подписании. Все помнят, с чего начался Майдан. Он начался с того, что господин Янукович, который тогда был у нас главным человеком в государстве, в последний момент отказался подписывать эти самые договоренности, которые практически уже были готовы. Сейчас, когда вроде бы все идет к тому, что, в общем-то, все, вся политика государства направлена на то, чтобы мы действительно стали членами Евросоюза, вы говорите, что мы никогда ими не станем. Получается, что при партии регионов тогдашней было больше предпосылок для вступления в Евросоюз, чем сейчас? И второе, вот уже минут 15, наверное, да, если вы сложить выступление наших гостей, вы говорите о том, чем отличается партия социалистов, именно партия социалисты, да, от других партий. Вы говорите о какой-то новой программе, однако пока что вы, по сути, повторяете риторику АПО-блока, который, в принципе, говорит практически то же самое. Я понимаю, что вы говорите популярные и правильные лозунги, то есть те лозунги, которые наверняка найдут какой-то отклик в сердцах многих ваших избирателей в перспективе. Однако, чем в данном случае вы отличаетесь от любой другой партии, которая также критикует правительство, также критикует курс Украины, а следовательно, как вам не потеряться на этом общем электоральном поле? Пожалуйста. Спасибо. Ну, я начну с того, что Украина не собиралась вступать в Европейский Союз. Мы подписывали соглашение об ассоциации. Об ассоциации. И наше соглашение об ассоциации, в отличие от аналогичных соглашений, которые подписывали наши западные соседи, не содержало формулы о том, что если Украина выполняет соглашение об ассоциации, то автоматически вступает в Европейский Союз. Соглашение об ассоциации – это очень большой документ из двух частей. Первая часть – это фактически программа реформ по европейскому образцу и адаптации украинского законодательства под европейское право. И большая часть – это зона свободной торговли с Европейским Союзом. И, конечно, если бы удалось воплотить идею ассоциации Украины, которая не конфликтовала с другими подобными договоренностями с другими странами, то, конечно, Украина могла бы получить стратегические преимущества. Что я имею в виду? Прежде всего то, что зона свободной торговли, при которой Украина и Европейский Союз обязывались снять импортные тарифы и квоты на взаимную торговлю, она не должна была вступить в конфликт с такой же зоной свободной торговли на Востоке, со странами СНГ и с Российской Федерацией. И вот что не удалось, вот, допустим, мне как министру иностранных дел, вот, чтобы действительно в трехстороннем формате мы все противоречия, конфликт этих двух свободных зон свободной торговли сняли. Вы помните, что когда мы вели переговоры и вели к подписанию соглашения об ассоциации, Российская Федерация начала высказывать претензии, что Украина может стать таможенной черной дырой, и это может повредить это как Российской Федерации. Можно было назвать ультиматумом. Я думаю, что все помнят, когда это начиналось. Начиналось это на уровне
заявлений ни президента России, ни правительства, а на уровне главного санитарного врача. И, конечно, аргументы тогда были достаточно веские. Очень жалко, что наши европейские партнеры их просто не приняли во внимание. Суть, я для того, чтобы николаевцы поняли, могу сказать так. Вот, допустим, у нас две свободные торговли на Западе и на Востоке. Это означает, что государство не облагает таможенной пошлиной товары ни из Европейского Союза, ни из России. Точно так же Европейский Союз имеет нулевые импортные ставки и Россия. Допустим, мы создаем какую-то компанию в Украине, импортируем молоко из Литвы, которое сюда приходит при нулевой таможенной ставке, и реэкспортируем сразу в Россию. От этого теряет бюджет, прежде всего, Украины, потому что мы нигде не берем это импортный налог, и то же самое в России. Но, к сожалению, наши европейские партнеры не согласились тогда вести переговоры именно в трехстороннем формате. Причина была политическая. И вот я на своем примере могу рассказать. Я, когда был министром, проехал почти все европейские столицы. И когда мы начинали говорить, давайте, наконец-то мы сядем и эти противоречия будем снимать, главный аргумент европейцев был, слушайте, давайте мы потом поговорим, вы сначала отпустите из тюрьмы Юлию Тимошенко. И вот такой политический подход со стороны Европейского Союза не позволил нам это сделать. И когда мы подошли к подписанию соглашения об ассоциации в ноябре 2013 года, было понятно, что подписание зоны свободной торговли с Европейским Союзом полностью обрушит нашу торговлю со странами СНГ, которая не менее важна была для Украины, а в процентном объеме торговли у нас больше было и с Россией, и с другими странами. И это, кстати, произошло после того, как уже новая власть после событий на Майдане подписала. Сегодня Украина, напоминаю, стала экономически в два раза меньше. А украинцы сегодня живут на уровне наибеднейших стран мира. Вот результат этой политики. И последнее, что я хочу сказать, то правительство, где я работал, не отказывалось от идеи подписания соглашения об ассоциации. Если вы помните, мы тогда говорили о переносе даты. Естественно, уже тогда никто никого не слушал, когда были события на Майдане, и те, кто сейчас является властью, в общем-то, события подали не так, как они были на самом деле. Понятно. Леонид Александрович, скажите, пожалуйста, вот, чтобы совсем было ясно. Когда мы готовили эту программу, то, безусловно, как бы, ну, пытались понять, вот, как выглядят наши сегодняшние гости в глазах, ну, так сказать, рядового украинца. То есть не политолога, который знает все те нюансы, о которых говорите вы, а человека, который, в принципе, ну, как бы политика интересуется, но все-таки не очень слишком в нее погружен. И вот оказалось, что вы как бы, ну, в принципе, люди без какого-то, знаете, без негативного бэкграунда, да, если там о Сушко, о Морозе, там можно рассказывать разные истории, там с Волгой, там вообще отдельная песня, то как-то вот вы не вызываете такого явного отторжения. И более того, вот как бы где-то так каким-то лейтмотивом звучало, что не, ну, Кожара-то он-то, в общем-то, готовил Украину к Евросоюзу, вот только Янукович как бы это все перечеркнул, из-за этого, в общем-то, люди вышли на Майдан, потому что, кстати, один из, ну, просто ведущих украинских политиков, то есть человек, который занимает одно из самых ключевых мест в украинской политике, а на тот момент он был таким очень ярым и последовательным оппозиционером, он мне говорил, слухай, да яка мені різниця, якщо Янукович підпише угоду з Євросоюзом, то я підтримую тому Януковича, адже підписання угоди означає прийняття нових правил гри, і ці правила гри просто не дадуть безпредільничати. Тобто, навіть ті люди, які були, ну, просто у послідовній системній опозиції, вони були готові прийняти навіть Януковича. І, як мені казав цей самий чоловік, яка мені різниця, як буде прізвище президента, який підпише угоду про асоціацію з Євросоюзом. І таким чином ви стали в очах багатьох українців
таким певним собі антиподом. Тобто ви хотіли привести Україну в Євросоюз, а Янукович цього не дав зробити. Зараз з того, що ви кажете, витікає, що у вас взагалі немає ніяких протиріч з Віктором Януковичем. І все було в цілому гаразд. Єдина різниця в тому, що європейці вимагали звільнити Юлію Тимошенко, а Росія цього не вимагала, і тому ми лишилися з Росією. Можливо, я щось неправильно розумію, але на зовнішній погляд це виглядає саме так. Будь ласка, поправте мене, якщо я помиляюся. Ну, я говорив про те, що якраз фактор того, що Тимошенко знаходилось у в'язниці, і був фактором, який нам через нього давили на нас європейці. Це не стільки був внутрішній фактор. І саме цей фактор не дав Україні підійти готовою до підписання угоди про асоціацію. На жаль. І сьогодні ми знаємо ім'я керівника української держави, який підписав угоду про асоціацію. Про наслідки підписання ми сьогодні також можемо говорити. Хоча б те, що вже неодноразово і мною говорилось, сьогодні Україна стала однією з найбідніших країн світу. Без перспективи розвитку і підвищення матеріального стану кожного громадянина в найближчій перспективі. Ось наслідки тієї непродуманої політики, яку вела українська влада після Майдану. Дякую. Всеволод Володимирович, ви готові приєднатися, будь ласка. Хочу добавити, от совершенно вірно, що договір був, в принципі, ніхто не проти інтеграції з Євросоюзом, але договір був сирий і недоработаний, його не можна було підписувати в цьому виді. Более того, несколько правительств его готовили. То есть нельзя говорить, что вот последние два года подготовили договор. Его готовили и нынешний президент, когда он был министром и экономики, и иностранных дел. Его готовили и до него, и правительство Тимошенко работало над этим договором. В результате получилось как бы у семеняник дитя без глаза. То есть, если еще политическая часть была достаточно сделана неплохо, потому что нам действительно, ну, кто будет против честного суда европейского? Никто. Кто будет против социальных стандартов? Никто. То экономическая часть договора, она получилась очень однобокая, потому что, когда говорят, что у нас действует зона свободной торговли с Евросоюзом, это неправда. И этот договор не давал этой зоны и не дает. Почему? Потому что когда договариваются о зоне свободной торговли, то прежде всего идет взаимное признание сертификатов качества. То есть снимаются не только тарифные ограничения в виде таможенных пошлин, но и нетарифные ограничения, которые намного более важны, чем тарифные. Потому что в рамках ВТО у нас и так тарифные ограничения были небольшие. И в результате получается, что Евросоюз имеет зону свободной торговли с Украиной, а Украина нет. Именно поэтому наши предприятия не могут продавать продукцию в Евросоюз. Именно поэтому мы видим, как останавливаются заводы, как люди теряют работу. Более того, еще в договоре прописано, что мы не можем давать преференции своим предприятиям. То есть государство не может помогать предприятиям. Это тоже норма договора. Хотя мы все видим, что наиболее успешные государства, они выросли именно путем преференций собственным предприятиям. Это Южная Корея, это и Китай, и многие другие. Поэтому ну, экономическая часть договора, ну, нельзя было это подписывать. Спасибо, Алексей Витальевич, вы как-то молчите, вам есть что добавить? Ну, меня не спрашивайте. Нет, нет, на самом деле, пожалуйста, обозначьте вашу готовность, ну, я с удовольствием предоставлю вам слово. Непрерывно в режиме готовности, поэтому... Пожалуйста, тогда, пожалуйста, вот, ваше там вопрос. Можно я вопрос задам как раз по экономической теории? Ну? Я не только человек... Тут Игорь Пух тоже, в общем-то, как бы хотел. Простите, разберемся, он меня на радио сегодня прибьет. Угу. Смотрите... Вот мы сейчас очень много говорим о сложных экономических и внешнеполитических моделях. Да? Давайте вот просто, как я, например, понимаю, а вы опровергнете или подтвердите мои слова. Вот смотрите, мы, ну вот, в Украине все едят яблоки, предположим, да, и покупаем мы у страны X, например. Да? Страна X нам продает их по 100 гривен за килограмм. И тут приходит социалистическое прям правительство и говорит: ребята, это для вас дорого.
давайте мы будем 50 гривен из них компенсировать из государственного бюджета, это как было раньше, да? И эти 50 гривен из бюджета компенсируют поставщику, и, в общем, как бы, и вроде народ платит только 50. То есть частный, ну, человек, который вот сидит дома и покупает эти яблоки каждый день, он их покупает по 50 гривен. Вроде классно, по-социалистическому, да? Нет. Я сейчас закончу. А с другой стороны, откуда эти 50 гривен? Эти 50 гривен забраны из других как бы каких-то вещей. То есть мне интересует ваша принципиальная, почему я так на яблоках разложил, да, ваша принципиальная позиция. Как вы считаете, вот эти тарифы, которые сейчас стали рыночными? Очень многие сейчас катаются на популистических заявлениях на тему того, что мы против тарифов. У нас даже горсовет, вы не поверите, принял, я даже не знаю, что... Постановление, меморандум, никому непонятное, что мы против тарифов. Ну, вот типа, в стиле Баба-Яга я против. Вот скажите, что, вот как экономист, что делать в этой ситуации? Значит, давайте мы начнем сначала с яблок, а потом закончим тарифами. По яблокам наша цель не дотировать покупателей этих яблок, то есть не давать какие-то отобранные неизвестно у кого, как вы сказали, деньги для того, чтобы смогли купить их все за 50. Наша цель сделать так, чтобы способны были люди покупать по 100 гривен, чтобы их доходы позволяли им покупать то, что им нужно, чтобы эти доходы в течение всей жизни были делали доступными товары, услуги, то есть доступными тот уровень жизни, который обеспечивает соответствующий там дельта уровень. Дельта денег откуда возьмется? Какая дельта денег? Просто уровень доходов граждан в стране должен быть такой, чтобы им можно было покупать по 100 гривен. Как? Вот. Как? Это сделать так, чтобы была занята, сделать так, чтобы люди работали, сделать так, чтобы был соответствующий уровень заработных плат, сделать так, чтобы был рост производства и украинская продукция у нас росла, а не падала, как это происходит 2,5 года нынешние. Сделать так, чтобы страна имела соответствующую позицию в мире, чтобы был рост экспорта, чтобы страну ценили в мире не только, там, скажем, по вывозу продукции, но и потому, что это условия жизни и все остальное. Вот каким путем мы это делаем. То есть это совершенно иная модель экономического развития. Это модель, которая развернута лицом к народу. Может быть, это звучит как-то высокопарно, звучит как лозунги, но должна власть повернуться просто лицом к народу. Не должна власть существовать для самой себя, размножаться ради самой себя. Скажем, силы, которые избираются в парламент, они мгновенно забывают тех, кто их избирал, и начинают заниматься самообогащением. Вот этого не должно быть. Я думаю, здесь все согласятся наши телезрители, что это то, чего быть точно не должно. Что касается тарифов, у нас есть расчеты, которые делали мы, у нас есть расчеты, которые мы делали совместно с тарифной мобилизацией, соответствующей структуры, вы тоже такое знаете. Значит, в этих тарифах примерно половина неизвестно чего. То есть есть тарифы, в которые входят стоимость услуг, стоимость добычи, стоимость транспортировки, там стоимость продукции, минимальная прибыль добывающей компании и так далее. И есть абсолютно черная зона в этих тарифах, примерно наполовину она состоит, которые никто не может объяснить, куда эти деньги уходят. Они уходят в качестве взяток, они уходят в качестве какой-то сверхприбыли для компаний, которые добывают, они уходят в офшоры. Это абсолютно вопрос, который не имеет ответа. Поэтому то, что их можно снизить в половину, их можно снизить в половину. Если вам нужны конкретные расчеты, ну, у нас есть и на нашем сайте есть, если надо, мы вам дадим там расчеты с точностью до гривни. Но, в принципе, половину из нынешних тарифов – это деньги, которые уходят неизвестно кому. Это не государству деньги. Спасибо большое. Игорь Пух давно ждет свою очередь, потом Кирилл Рыжанов. Спасибо, Игорь Пух, журналист. Ну, две реплики, ремарки, может быть, вопрос где-то там спрячется. Я не конкретно кому-то, ну, кто захочет, тот ответит. Вот первая часть. Вот те люди, которые участвовали в уличных опросах, обычные наши николаевцы, да, они как, ну, если мы и зрители обратили внимание, то молодежь, она совершенно не понимает, что такое социализм, да, естественно, это поколение, которое выросло после распада Союза, то есть у них генетическая память где-то может есть, но они не знают, просто не ощущали. А вот люди постарше, они вот тот советский социализм видят, как все дешево, все заняты, всем хорошо. Бесплатная медицина, бесплатное образование, там, и, то есть те основополагающие вещи, на котором выросли, собственно, мы все.
Так вот, я хочу сказать, что я не являюсь абсолютно специалистом ни в экономике, ни в каких-то там очень сложных каких-то вещах. Прекрасно понимаю, что бесплатного в этом мире ничего не бывает. И не было бесплатного при Советском Союзе. То есть все те блага, как бы блага, да, ну на том уровне хотя бы, которые были, там бесплатная медицина, там образование, там высшее и так далее, оно базировалось на том, что люди получали очень маленькие зарплаты, ну, за исключением нескольких категорий, там, шахтеров, там, ну, каких-то там горячих точках, северные там и так далее. Основная масса людей получали очень маленькие зарплаты. Так вот, те деньги, которые государство не доплачивало этим людям, да, оно, собственно, вот этими деньгами и покрывало вот те расходы на бесплатную, якобы, медицину, образование и так далее. Что касается стран, скажем, той же Швеции, да, я с вами не могу поспорить, потому что вы действительно специалист в этой области, но я могу с точки зрения совершенно обывательской сказать, что там социализм, так называемый шведский, построен немножко на другом, там очень высокие налоги. Там очень высокий уровень жизни, но это не только в Швеции, да, то есть Скандинавия, там в Норвегии еще выше, там в Дании еще выше. Вот. За счет очень высоких налогов они себе могут позволить очень многие социальные программы. Так вот, я уверен на 1000%, что практически ни один человек в этих скандинавских странах не ропщет из-за того, что у него государство изымает высокие налоги, потому что он видит результат вложения этих налогов. Это что касается этой части. А вторая часть, это, вот знаете, меня всегда умиляют, и, ну, я не знаю, как это назвать, внутреннее состояние, умиляют капиталисты-социалисты. Ну, скажем, ну как может быть, скажем, бизнесмен, который зарабатывает на ком-то, и главной целью бизнеса, любого бизнеса, получения прибыли, он может декларировать некие социалистские вещи, лозунги, да? Так вот, так выглядят практически все социалистические партии. Вернее, особенно так выглядят представители Верховной Рады. И третий момент, который я хочу сказать, это вот я, например, не могу найти в Украине ни одной партии не левого толка. Если вы можете назвать хоть одну партию без социальных лозунгов, пожалуйста, назовите. Спасибо. Ну, иными словами, Игорь, хочу сказать, что все наши партии, они какие-то левые. Но я бы хотел все-таки еще уточнить вопрос, Игоря. То есть, вот скажите, пожалуйста, прямо, честно, глядя вот эту вот камеру номер один, то есть обращаясь непосредственно к зрителям, вы за низкие зарплаты или за высокие налоги? Пожалуйста. Я думаю, что вопрос не совсем корректно сформулированный. Да, и то, что мы вспоминаем скандинавский опыт, ну, это классические модели социального государства. Мы, когда говорим о социализме, всегда вспоминаем Советский Союз, но мы не говорим о том, что в Советском Союзе не социалистическая партия, не социал-демократическая партия была при власти. А то, что называли социализм, это по самим материалам Коммунистической партии Советского Союза, это было переходное общество между капитализмом и новой фазой коммунизма. Когда мы говорим о европейском социализме, это немножко другое. Да? Европейские социалисты никогда не исходили из классовой борьбы, во-первых. Они отрицали классовую борьбу. Европейские социалисты никогда не строили свою политику на противостоянии с какими-то силами мировой политики, мировой экономики. Европейские социалисты всегда исходили из того, что они были не против рыночной экономики, они были против рыночного общества. В этом большая разница между коммунистами и социалистами. Больше того, если мы вспомним историю Советского Союза, то мы должны вспомнить о том, как поступили коммунисты, большевики социал-демократами тогда. И уже к 20-м годам прошлого века практически все социал-демократы были репрессированы, никого не осталось. Поэтому тут не нужно
спутать режим Советского Союза, возглавляемый коммунистами. Секунду вас перебью, но ведь все 15 республик, они же не назывались коммунистическими, они назывались социалистическими. Ну, вот. Я вам, вспоминая о Швеции, расскажу интересную историю. Понятие «развитой социализм» тоже не просто так появилось. Да? В 68 году шведские социал-демократы анонсировали в своей программе о том, что в Швеции построены основы социалистического общества. Ну и, конечно, в то время Политбюро ЦК КПСС сильно озаботилось этим фактом. И нужно было что-то делать, потому что страна, в которой признается частная собственность, Швеция, себя объявила социалистическим государством. И вот тогда как раз был придуман термин «развитой социализм», чтобы идеологически себя противопоставить тому, что было в Швеции. То, что касается налоговой политики, да. Я хочу сказать, что в некоторых отраслях шведской экономики, допустим, то, что касается сферы услуг, налоги больше 50%. И самое интересное, что, конечно, в Швеции, поскольку там низкие налоги – это принципы, высокие налоги – принципы экономической политики. Но принципы общественного устройства, солидаризм, все знают, что шведское высшее среднее образование – это бесплатное образование, что шведская медицина, хотя и имеет несколько уровней, это тоже социальная медицина. Один только пример. Допустим, швед, который постоянно, ну все граждане любой страны постоянно пользуются лекарствами, вот швед, который имеет страховку в Швеции, если он приобрел лекарство больше, чем на 1000 крон, это где-то $150. Какие бы ни были лекарства дорогие, все последующие лекарства он приобретает бесплатно. И мы можем задать вопрос, откуда тогда берутся деньги у компаний, которые производят эти лекарства, и как эта система работает. Так вот, эти деньги действительно берутся с высоких налогов. Но те люди, которые действительно нуждаются в дорогих лекарствах, они их получают бесплатно по рецепту врача. И мы как раз сейчас максимально далеко ушли от того, что сами декларировали на заре независимости Украины. Статья в Конституции осталась, что Украина социальное государство. В Конституции остались положения о том, что у нас бесплатное образование, бесплатная медицина. Так вот мы, украинские социалисты, выступаем за то, что хотя бы в деятельности правительства и руководства нашей страной должны соблюдаться эти конституционные нормы. Сегодня мы вообще даже нисколько не стесняясь на всех уровнях, начиная от президента и заканчивая рядовым депутатом Верховной Рады, мы наплевали на то, что сами написали 25 лет назад нашей Конституции. Вот мы, социалисты, начнем с того, что хотя бы эти конституционные нормы должны соблюдаться. Спасибо. И я уже говорил те принципы реформ, от которых мы не можем отходить. Это прежде всего неконфликтность реформ, реформы, направленные на сокращение разрыва доходов между самыми бедными и богатыми, и реформы, направленные на всеобщую занятость и создание рабочих мест. Спасибо. Я прошу все-таки вас следить за таймерами всех. Да. Пожалуйста, вот у нас один из наших молчаливых гостей, господин Плотников. Да, я особенно вам спасибо за комплименты молчаливости. Значит, у меня такой очень небольшой пример, но как раз пример в тему. Из 28 стран Евросоюза сейчас в 11 странах у власти находятся либо социалисты, либо социал-демократы. Ну, наверное, во-первых, это сам по себе показатель хороший. Значит, смотрите, вот есть у нас пример Франции, где французский президент-социалист, премьер-социалист, парламент-социалистический, место органы социалистические. Да, Францию ругают. Ругают французы, говорят, что у них хуже, чем в Германии и так далее. Но спросите жителей Николаева, неужели они не хотят жить так, как во Франции? Я думаю, что следующий. Жители Никарагуа, может быть, хотели бы жить в Украине. Ну, нет. Никарагуа не хотели бы жить в Украине. Венесуэла. Давайте. Мы живем беднее, чем Никарагуа, сегодня где-то в 3 раза, к сожалению. Значит, давайте, ВВП мы сейчас вернемся, кто где хотел бы жить. Но по Франции, вот скажем, да, у Франции высокие налоги свыше 1 000 000 евро в год.
Но волнует ли простых французов это при средней заработной плате в 2500 евро? Не волнует простых французов. Жерара Депардье волнует, он много бегает по всему миру. Опять же таки, если ваш ориентир на Депардье и ваш ориентир именно на такие, я могу вам посочувствовать, что у вас действительно доходы у вас большие. Но что касается простых граждан, я думаю, они хотели бы жить именно в тех условиях, в которых находится сейчас Франция при социалистах, даже при том, что французы ругают это государство, ругают нынешнюю власть и так далее. Поэтому с этой точки зрения, почему нет? Почему вот такие условия, даже в условиях высоких налогов, даже в условиях того, что там какие-то, может быть, недочеты. Но Франция – это доступное здравоохранение, это доступное образование. Это любой гражданин, если он там не клошар, не просто его не цель жизни – сидеть у метро и просить деньги, он в любом случае может обеспечить себя работой, получать какие-то доходы, которые позволяют ему нормально существовать. Вот вам пример страны, где у власти находится социалист. Да, я очень коротко дополню. Я думаю, что после ближайших выборов в Европейский парламент вся Европа, Европейский Союз станет социалистическим. Сегодня, после поражения европейских социалистов в 1999 году, вот уже 17 лет, самая большая партия Европы, это Европейская Народная Партия, это правая консервативная партия. Европейские социалисты сегодня практически по своему влиянию догнали правых. И вот последние выборы в Болгарии, где победил социалист Радев, говорят о том, что тенденция идет к тому, что все больше и больше в странах Европы придут социалисты. Перед Болгарией победили социалисты в Швеции, и премьер-министр Лёвин, вы знаете, сегодня социалист, премьер Швеции. Ни для кого не секрет, что в 2017 году будут выборы в Германии, и самый большой шанс сегодня у немецких социал-демократов взять власть в свои руки. И премьером я хочу будет сказать, тоже что... социалист. Сейчас, секундочку, я сейчас вам дам слово. Я хочу сказать только, что очень классно, да, глядя там на Швецию, там на Германию, жонглировать, да, там понятиями социалисты, социал-демократы. У нас, к сожалению, в Украине все по-другому. Скажите, пожалуйста, вот кто-нибудь, вам кто ближе из социал-демократов, Медведчук или Каплин? Ни тот, ни другой. Они оба не социал-демократы. Они социал-демократы. Они ни тот, ни другой. У нас своя партия, у нас своя идеология, мы идем по своему пути, но не по тем персонажам, которые вы называли. Пожалуйста. Я хотел добавить, опять же, по налогам и социальной справедливости. Что такое социальное общество? Это прежде всего оно обеспечивается эффективной экономикой и более справедливым распределением того, что эта экономика делает. Поэтому я бы в случае эффективной экономики не нужно бояться больших налогов, потому что, например, уплатить налог с 10 тысяч дохода 50% это легче, чем с $200 17%, потому что у человека на его развитие больше останется. То есть нужно бояться неэффективной экономики, а не больших налогов. И роль государства в этом, в принципе, должна быть определяющей, особенно в таких странах, как Украина. Большое спасибо. А я с удовольствием передаю слово Кириллу Рожанову. Будь ласка. Здравствуйте. Во-первых, спасибо за идеологический экскурс такой. Внушает оптимизм за будущее партии, что если что, закон о декоммунизации не угрожали. То есть вы сейчас четко размежевали, что отрицание основных принципов. Вопросы у меня будут, в принципе, в продолжении вопросов Игоря и Ярослава и сегодняшнего вопроса. То есть, да, действительно, можно согласиться, что спрос на левую идею, он сейчас есть, что партии ли все так или иначе левые, во всяком случае, на время предвыборной программы, потому что заявление о либерализации, сокращениях рабочих мест, прочее такое, оно начинается уже после выборов. То есть, с другой стороны, мы точно так же видим по уличному этому опросу, который тут, мне кажется, презентативным, что как такового стойкого понимания или идеологии, не только социалистической или социал-демократической, в принципе, нету ли его на данный момент. В то же самое время вы заявляете, что вы партия, не просто которая воспользуется популярностью этих лозунгов,
это как бы и так уже лезть, конкурентов много, а все-таки вот заявление об идеологичности, оно налагает определенные обязательства. То есть что это по-вашему? Вот, когда есть спрос на идеи, но нет понимания идеологии. Это будет какое-то политическое образование массовое, или другие ли виды просвещения? Или как вот формирование, или по-вашему, видится именно такого осознанного избирателя, который будет делать выбор именно вот потому, что поддерживали, понимает все тонкости идеологии или ее отличили от той же коммунистической, и вот именно вас поддержит как ее носители. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что, наверное, имеет смысл, учитывая, что, в общем-то, вопрос так касается различных аспектов, судя по всему, здесь есть и идеология, и экономика, и политика на пересечении. Наверное, имеет смысл каждому из гостей сейчас дать по 2 минуты для того, чтобы каждый очертил со своей точки зрения вот ответ на вопрос Кирилла. Пожалуйста. Действительно, вопрос комплексный. Конечно, идеологическим партиям непросто на политическом рынке Украины сейчас, потому что ну, мы все знаем, что практически все политические силы, они представляют интересы большого капитала. И мы можем посмотреть на такие традиционные и парламентские наши партии, то ни для кого не секрет, что каждая партия или носит в своем названии имя своего лидера, что уже может, не может называться идеологической партией, не может, допустим, партия, в которой есть вот фамилия, допустим, Каплина, да, быть идеологической, потому что вся идеология сам по себе Каплин. Мы сознательно от этого уходим, и мы говорим о том, что наша партия – партия не лидерского типа. Мы принимаем как раз много людей именно по идеологическим таким принципам, те люди, которые разделяют нашу программу, о которой уже говорил Алексей Плотников. То, что касается действительно, как мы планируем работать и развивать наше партийное строительство. Конечно, есть большие проблемы, но мы также не партия-однодневка. Мы создавались не для того, чтобы поучаствовать в каких-то конкретных выборах, а в стране действительно выборами запахло. Мы партия, которая создалась для того, чтобы действительно нести идеологию самым широким массам людей. Это, кстати, подтверждает, между прочим, и международное сотрудничество нашей партии. Мы очень активно работаем с европейскими партиями, прежде всего, левого типа. У нас есть уже соглашения, подписанные с БСП, Болгарская социалистическая партия, с польской левицей, со словацкими социал-демократами. В январе месяце к нам приезжает оценочная группа партии европейских социалистов, которые вот скоро возьмут Европарламент, и они будут решать о членстве нашей партии в партии европейских социалистов. Если это произойдет весной 2017 года, то наша партия будет единственной партией страны, которая имеет статус наблюдателя при этой партии, которая сегодня объединяет 33 левые партии Европы, 11, уже 12 из которых, с учетом Болгарии, находятся при власти в Европейском Союзе. Спасибо. Я хочу сказать, что вообще вот то, о чем вы говорите, сказать, о размытости, а иногда и полное отсутствие идеологии при наличии самых разных лозунгов, ярко демонстрирует история с партии как раз Юлии Владимировны Тимошенко, которая металась, насколько я помню, от попыток вступить в Сосантерн до бравирования дружбой с европейской партией, то есть партией абсолютно правого толка. Ну, при этом она прошла через этап солидаризма и так далее. Партия Тимошенко является наблюдателем при Европейской народной партии. Это объединение правых партий Европы. Сегодня две партии, «Батьковщина» Тимошенко и «Удар Кличка», как раз имеют этот статус. И это говорит о том, что Тимошенко представляет никакую не левую партию. Хотя бы потому, что она идеологически с европейскими правами.
Ну, я об этом и говорю, что, в общем-то, на протяжении достаточно короткого периода векторы менялись абсолютно, ну, хотя лозунги оставались, в общем-то, вполне левыми. Да, и очень важно не путать популизм, потому что нам тоже исключительно тяжело говорить о популизме. Когда мы на основе научных проработок, и у нас есть достаточный интеллектуальный потенциал, мы, допустим, отрабатываем программу, и я в качестве примера, допустим, партия «Социалисты» говорят о том, что мы в своей политике будем работать для того, чтобы средняя зарплата, например, минимальная зарплата была 5000 гривен по стране. Популистам, таким как Тимошенко, Лешко, ничего не стоит, а мы дадим 7000. Да? В этом большая разница, потому что мы хотим работать над перспективу, мы хотим, чтобы настоящие социал-демократические идеи утвердились в нашем обществе, чтобы люди в каком-то будущем уже не вспоминали слово «социализм», когда вспоминали Советский Союз. А как раз самые лучшие примеры тех социальных, социалистических обществ, которые существуют не только, кстати, в Европе, но и в других частях мира тоже. Спасибо. То есть я понимаю, что как бы идеолого-политическая часть у нас, в общем-то, вами освещена достаточно полно. И вот двум оставшимся нашим гостям, в принципе, ну, самое время поговорить об экономике. Ну, об экономике, может быть, еще и внешней политике, которая тоже связана с экономикой. Если учесть заявление, с одной стороны, что вы партия мира, а тогда как же быть с той страной, которая совсем не хочет мира с нами? А с другой стороны, как быть с теми заявлениями о том, что вот с Россией было хорошо торговать, и мы дальше будем с ней торговать, в то время как Россия с нами воюет. Вот как это все увязать, я думаю, что самое время поговорить об этом, для того, чтобы уж совсем понятно стала, как сказать, вся многогранность и многовекторность вашей политики. Пожалуйста. Что касается экономической модели, естественно, мы очень критически относимся к той экономической модели, которая существовала в Украине в течение всех лет независимости. Когда Украина обрела независимость, к нам пришли международные финансовые институции, ну это тот же Мировой банк, тот же Международный валютный фонд, которые навязали нам очень жесткую модель такого дикого рынка. По этой модели, по которой Украина развивалась, фактически выживает сильнейший, никакой заботы государства, массовое уклонение от уплаты налогов, считается герой тот, кто не платит налоги. Считается герой тот, кто как бы находится в конфронтации с государством. Государство при этом не должно нести никаких обязательств и никаких действий по отношению с гражданами. То есть тот дикий рынок, который навязали нам международные организации, к сожалению, он развивался. И последние 2-2,5 года это только усугубилось, потому что усугубилась внешняя зависимость Украины и усугубилась та ситуация с этим диким рынком. И, естественно, когда мы работали над своей программой, мы много обращали внимание именно на эту ситуацию, на то, как можно исправить, на то, как сделать так, чтобы государство, оно было не врагом граждан, государство, оно было, по крайней мере, партнером, другом, соратником своих граждан, оно понимало, на базе чего оно существует. И с этой точки зрения мы действительно партия идеологическая, мы партия, которая имеет программу, мы партия, которая основывается не на неких там лидерских свойствах тех или иных фамилий, как это фактически в нынешних всех парламентских партиях сейчас происходит, а мы партия, у которой существует левая идеология. А если посмотреть на социологические опросы, которые дают, скажем, что по Украине у нас где-то 25-30% в зависимости от региона граждане, они сторонники левой идеологии. Я не говорю, что это наши сторонники, потому что наша задача их убедить в том, что мы это та сила, в которой они видят свое будущее. Но в принципе сторонников до трети населения государства сторонники левой идеологии. И с этой точки зрения, да, это наша задача, это наша цель, над которой мы работаем. Спасибо, Василий Владимирович. Вот я так и не услышал ответа в словах Алексея Витальевича. Вот все-таки Россия, война, партия мира, торговля с Востоком. Вот как тут все складывается, пожалуйста. Ну, прежде всего, война произошла из-за, скажем так, дележа рынков, который происходил в результате мирового финансового кризиса, который не закончился. В общем-то, война в Украине, я считаю, это
цепочка тех же событий, как и война в Ливии, как и война в Сирии, это и война в Украине. То есть капитал, он просто не может существовать без экспансии. И вот, к сожалению, на территории Украины столкнулись две системы, Россия, там Евросоюз, Соединенные Штаты, что не привело к войне. Европа напала или Россия? Вот чтобы я не забыл просто. Понимаете, есть всегда причинно-следственная связь. Если вы со всеми живете в мире, на вас никто не будет нападать. Вот. Именно связь в том, что Украина приняла жестко сторону, скажем, Соединенных Штатов и привело к нападению России. То есть мы виноваты, что нас напали. Мы виноваты, что нас Крым забрали. Я просто очень хочу понять, чтобы наши зрители четко понимали вашу позицию, потому что до сих пор она была какой-то размытой. Вот, пожалуйста, сформулируйте. Дело в том, что, к сожалению, наши олигархи, которые были при власти, они полностью были управляемы извне. И это и привело к конфликту, как внутри Украины, так и в результате, скажем, конфликту с Российской Федерацией. Сами виноваты, что нас напали. Это такое виктимное поведение. Не надевала бы короткую юбку, тебя бы не изнасиловали. Вы об этом говорите? Скажем так, смотрите, тут нельзя ответить за одну минуту, потому что тут же договор с Российской Федерацией, который называется договор о дружбе и стратегическом партнерстве, он требовал от Украины, в том числе и согласования с Россией, таких шагов, которые Украина делала. И Украина не согласовывала ни ассоциацию, ни заявление о вступлении в НАТО. Всем было понятно, что Россия никогда не допустит, чтобы Украина вошла в НАТО. А Россия, которая была ассоциированным членом НАТО, это все было никогда нормально? Нас там согласовывало? Не было. И был совет Украина, Россия, НАТО, но не была она никогда членом НАТО. И нету в НАТО такого понятия, как ассоциированный член. Ну, я неправильно формулирую. Ну, а у них был договор о партнерстве с НАТО. И у нас был договор о партнерстве с НАТО, но это вовсе не обязывало входить в НАТО и проситься в НАТО. Все мы знали, наш политикум прекрасно знал, что Россия воспринимает НАТО как угрозу. Зачем было говорить, что мы хотим в НАТО? Наш политикум знал, что НАТО... не надо обижать Россию, потому что иначе Россия заберет у нас Крым, поэтому мы сами виноваты, что нас оккупировали. И что у нас сейчас на Востоке идет которую ведет Россия. Скажем так, наши политики проводили неграмотную оценку ситуации, в том числе и внешнеполитической. Как экономической, так и внешнеполитической. То есть здесь можно говорить просто о неквалифицированном управлении. Но я не хочу думать что-то больше. Хорошо, давайте, спасибо. Подождите, пожалуйста, вот Александр Влащенко никак вопрос не задаст, да. А я очень боюсь, что до конца программы остается мало времени, не все наши эксперты примут участие. Тем более, что отвечать-то все равно вам придется. Мы на самый главный вопрос как бы до конца и не ответили. Хорошо, тогда, пожалуйста, давайте подведите итог. Я хочу сказать, что... Может, я не совсем популярные вещи буду говорить, да, но та оценка политологическая и неофициальная вооруженному конфликту в Украине, она не соответствует официальной позиции государств. И мы до сих пор где-то для публики называем события на востоке Украины как войну с Российской Федерацией, но на самом деле эти события имеют статус антитеррористической операции. И в этом существует большое противоречие. Я не хочу никаких оценок давать. Я просто процитирую слова Ангелы Меркель, которую тяжело заподозрить в связях с Россией, которая недавно совсем, выступая на съезде Христианско-демократического союза, на съезде своей партии, она так сказала, что в Украине идет гражданская война при участии России. И то, что мы сами себе не хотим дать честный прямой ответ, почему, если мы говорим о войне с иностранным государством, почему в нее втянуто с обеих сторон большинство украинских граждан? Тяжело себе представить, что если на Донбассе, допустим, был бы оккупационный режим, он бы долго продержался, с учетом того, что 3 миллиона граждан, которые там проживают, терпели бы этот оккупационный режим. Появились бы моментально какие-то партизанские отряды,
сопротивление и так далее. Ну, реальность-то немножко другая. Республика Виши, которая прекрасно существовала при полном удовольствии французов. Ну, правда, потом маршала Виши, героя Первой мировой войны, повесили, не помню, или расстреляли. Но, тем не менее, французов вполне устраивала жизнь Виши, там было хорошо. Правда, евреев в гестапо отправляли, но это же мелочи, ну, правда. Масса существует разных примеров в истории. Вот наша партия для себя немножко другой пример взяла, и это написано в нашей программе. Мы привели пример испанской гражданской войны, которая фактически 41 год шла в Испании, с 36 года по 77. И когда все это начиналось, то, естественно, одну часть поддерживала фашистская Германия тогда, одну часть испанцев, вторую часть – Советский Союз. Но закончилось это тогда, когда испанцы в 77 году, семь ведущих партий, сели за один стол, подписали акт гражданского примирения, который в историю вошел под названием «Пакт Монклоа», провели глубокие реформы в своей стране, начали с конституционной реформы. Сейчас тем, кто бывал в Мадриде, они могли видеть памятник, в котором в конце 70-х были перезахоронены все жертвы гражданской войны. А я напомню, погибло в Испании за все время более 2 миллионов человек. Они всех перезахоронили вместе республиканцев, коммунистов, социалистов, фашистов. И написали, они любили Испанию. И с той страны, которая существовала в состоянии гражданской войны, одной из наибеднейших стран Европы, сегодня Испания – это одна из богатейших стран мира. Я думаю, немножко преувеличиваю. Член большой двадцатки. Что я преувеличил? Нет, скажите. Я просто думаю о том, что я хочу сказать, что и там до сих пор не сняты эти противоречия, хотя, безусловно, войны нет. Кстати, я хочу поправиться, не маршал Виши, безусловно, маршал Петен. Давайте все-таки послушаем Александра Влащенко. Ну, здесь мы много говорили об экономике, о тарифах, о налогах. Все это, разумеется, ну, это болезненные вопросы для всех нас, вот, но... Так или иначе, любой избиратель, приходя на выборы, на избирательный участок, он так или иначе голосует, исходя из некоторых идеологических нюансов. Он не смотрит на экономические раскладки, пункты всех программ, которые предлагают ему политические партии. И мне бы хотелось, ну, продолжить все-таки в русле идеологии. Главным таким кулаком любой, ну, вот, левизны, там, партии, которая выдвигает социалистические лозунги, ну, наверное, у нас всегда были профсоюзы. И не только у нас, в европейских странах тоже. Потому что так или иначе именно профсоюзы выдвигали, ну, идеи, которые так или, ну, совпадали с теми идеями, которые выдвигали именно партии социалистические. Вот. И... Коль уж мы в начале программы обозначили тему «Политические итоги», да, уходящего года, то, наверное, все-таки этот год ознаменовался просто вот небывалой активностью профсоюзного движения. Все мы видели работников завода 61 коммунара, которые вот выходили с акциями протеста, перекрывали дорогу на Одессу. Вот, кстати говоря, в этой акции принимал активное участие ваш, ну, может быть, один из главных ваших конкурентов, Сергей Каплин. Вот, в последнее время мы видели работников и профсоюзную организацию морского торгового порта Николаевского. Вот, но дело в том, что в связи с запретом коммунистической партии, вот это вот профсоюзное движение, которое раньше всегда ассоциировалось именно с коммунистами, вот на протяжении последних, по крайней мере, 10-15 лет, сейчас профсоюзное движение, вот это вот поле, оказалось просто вот таким свободным от коммунистов, и его начали бороздить, распахивать партии абсолютно разного толка. Причем такие партии, которые раньше вот, в приверженности к социализму было заподозрить довольно трудно. Партии маргинальные и лидеры достаточно одиозные. У меня в связи с этим два таких вывода. Либо социалистическое движение на Украине, сама социалистическая идея принимает какие-то маргинализированные формы, деформируется,
Либо же все-таки она, ну вот политтехнологи здесь присутствуют, могут меня подправить, либо она становится, или сама левая идея становится правее. Вот как вы видите социализм 2017 и последующих годов? Спасибо. Я не знал, что Александр Лащенко еще и политтехнолог. Такого грамотного вопроса Андрей Устрев не задаст. Пожалуйста. Ну, опять же, мы говорим о социалистах и социализме, всегда памятуя о советском прошлом. Мы помним состояние профсоюзного движения в Советском Союзе. И частично ситуация с профсоюзами осталась такой же, как она и была. Вот сегодня можно говорить о том, что существует три уровня профсоюзов. Первое – это такие самые официальные профсоюзы, которые подписывали с Гройсманом недавно соглашение между правительством и профсоюзами. И, естественно, если бы мы имели развитые профсоюзы, такие, как существуют в странах, где господствует социал-демократия, они бы никогда в жизни не подписали соглашение с правительством. Больше того, в Украине существует всего 5 профсоюзов, которые имеют репрезентационный характер. То есть по закону количество членов превышает 150 тысяч человек. Так вот, Гройсман пригласил на подписание всего 3. 2 профсоюза он даже не пригласил. Почему? Потому что это новое профсоюзное движение, которое организовывается, которое не спонсорируется правительством и которое им никогда не подписали. Ему нужна была картинка. Вот мы с профсоюзами подписали. Так вот, 3 уровня профсоюзов, которые сейчас существуют в стране. Первое – это те профсоюзы, обласканные правительством, и они будут работать с любым правительством, даже с тем, который унижает достоинство своих граждан. И этот пример, который мы видели о том, что я говорил, когда профсоюзы подписали с правительством соглашение. Второй уровень профсоюзов – это фактически частные карманные профсоюзы, которые представляют больших собственников. И таких профсоюзов действительно много. Они фактически карманные профсоюзы у олигархов сегодня. И вот, я думаю, что новая тенденция создания действительно независимых профсоюзов, их еще не так много, они не объединены, они выбирают еще себе политические силы. И, кстати, когда Каплин говорит, что он официальный представитель профсоюзов в Верховной Раде, это все неправда. Возможно, он представляет те официальные профсоюзы, которые подписывают с правительством разные соглашательские угоды. И больше того, ни для кого не секрет, что основное финансирование Каплина идет тоже с улицы Банковой. Это тоже об этом все знают. Поэтому мы хотим участвовать в помощи и в создании новых профсоюзов в стране. И мы ведем со многими профсоюзами переговоры. Кстати, на конференции, которая будет проводиться в Николаеве, мы пригласили представителей действительно независимых новых профсоюзов. И мы приветствуем как раз профсоюзное движение и будем помогать, чем сможем. Спасибо большое. Я все-таки хотел бы, чтобы не только руководители партии, но и все наши гости равномерно участвовали в нашей программе. Тем более, что, в общем-то, вопрос Александра явно содержит еще несколько пунктов, на которые любой из вас может ответить. Пожалуйста, кто начнет? По профсоюзам я абсолютно согласен с Леонидом Кожаровым. Это достаточно серьезное направление. И то, что сейчас пытаются работать с профсоюзами партии правые, ну, это, опять же, таки вы правильно сказали, это та ситуация, которая складывается в стране, когда традиционные политические партнеры сошли с политической арены, и сейчас вот как бы пытаются работать партии, которым не свойственна координация с профсоюзами, это раз. Во-вторых, создаются профсоюзы, которые, условно говоря, создаются для этих правых партий, которые мало кого представляют, но тем не менее они работают на правые партии. А что касается партии социалисты, мы действительно, для нас и в программе прописана партия профсоюза специальный раздел, и мы действительно работаем с профессиональными союзами именно с целью того, чтобы и поддержать их соответствующие социальные требования, и найти в их лице партнеров, и предложить себя в качестве партнеров. То есть с этой точки зрения я вам просто признателен за этот вопрос, за саму постановку вопроса, и я абсолютно согласен, что это очень серьезное направление.
Спасибо большое. Всеволод Владимирович, я так полагаю, что тут опять-таки стык политики и экономики. А кому, как не академику, говорить об этом? Ну, профсоюзное движение, оно очень важно в отношениях между работодателями и, скажем так, наемными работниками. Но действительно у нас идет перекос, у нас правительство поддерживает только те профсоюзы, которые идут на сотрудничество. И, ну, более того, не то, что они поддерживают, а даже оказывают препятствия в создании независимых профсоюзов, в создании их объединения и так далее. Поэтому, конечно, задача политической партии социалисты все-таки содействовать профсоюзному движению, реальному, которое защищает интересы трудящихся. Спасибо большое. Тут у нас есть капиталист-социалист Дмитрий Талпа. На самом деле о том, что он что капиталист, мы знаем давно, а о том, что социалист, узнали только сегодня. Дмитрий, пожалуйста. Добрый день. У меня вопрос, наверное, ко всем, кто ответит. Я попытаюсь задать вопрос простым языком своих соседей. Если я правильно понимаю, то вы за проевропейские, правильно? Мы сейчас говорим о том, что вы за то, чтобы Украина была ближе к Европе. И так, следовательно, там Евросоюз. Было бы неплохо нам вступить. Вот. Если я правильно понимаю, вступив в Евросоюз, фермер, который имеет там маленький сырный заводик, он изначально уже не конкурентоспособен. Он изначально уходит с рынка, становится безработным, а Украина становится просто рынком сбыта. Или же коридором, по которому там с Украины в другую страну товар будет проходить. Не имея рабочих мест, не имея заводов рабочих. Надо ли нам это? Вопрос. Вопрос простой. Вот как вы считаете, нужно ли нам это на сегодняшний момент? Я понимаю, что не так легко восстановить промышленность, которая у нас в принципе отсутствует. Я хочу услышать ваше мнение. Я только чуть-чуть дополню вопрос Дмитрия. Вот я только сейчас, вот когда Дмитрий начал говорить, вдруг заметил такой явный парадокс. С одной стороны, вы все время ссылаетесь на опыт именно европейских социалистов и гордитесь тем, что совсем-совсем немного, и вы вот станете просто-напросто полноценными европейскими социалистами. С другой стороны, вы говорите о том, что в Евросоюзе нам нет ничего хорошего, все, что у нас есть связано с Евросоюзом, это просто разрушительно и деморализующе. А вот с Россией мы потеряли связь, ну вот надо теперь срочно восстанавливать. Как-то опять-таки не увязывается. Ну, мне кажется, вы немножко неправильно интерпретируете то, что мы говорим. Я считаю, и мои однопартийцы считают, что роль Украины геополитическая, как связующего звена между самым большим рынком в мире, каким есть Европейский Союз, и громадными рынками Евразии, это лучшая для нас роль. Если мы, допустим, идем в одну сторону и теряем все на другой стороне, то в этом случае Украина проигрывает. Если бы Украина могла иметь две зоны свободной торговли на Востоке и на Западе, то тогда Украина могла полностью воспользоваться своим геополитическим положением. Один такой простой пример. Вот в соглашении о свободной торговле с Евросоюзом есть квоты, отвечая уже на ваш вопрос, квоты и импортные тарифы на сельхозпродукцию. И вы знаете, что как раз Евросоюз очень боится нашей сельскохозяйственной продукции. Поэтому квоты очень маленькие. Вот, скажем, Украина, которая способна экспортировать в год где-то до 20 миллионов тонн зерновых, у нас квота всего 1 200 000 тонн для Евросоюза. Евросоюз для нас закрылся. Но при этом для промышленных товаров квоты и импортные тарифы в Евросоюзе ноль. Это означает, что любой инвестор, будь то европейский, американский, азиатский, придя в Украину, вот, допустим, китайцы пришли и начали собирать телефоны Huawei на территории Украины. В Николаевской области. При этом тот телефон, собранный в Китае, у него импортный тариф в Евросоюзе 15%. Отсюда тот же телефон может идти в Евросоюз с нулевым импортным тарифом. Естественно, Украина тогда становится магнитом для всего бизнеса. И мы можем привлекать инвестиции со всех сторон. Это тогда, когда у нас не конфликтная свободная торговля с Евросоюзом и с тем же Китаем, например, и с Россией.
когда Украина является не мостиком между Востоком и Западом, а глубокой впадиной, да, пропастью, какой мы сегодня стали, мы представляем угрозу интересам многих европейских стран. И я тоже могу это подтвердить примерами. Украина, не имея дружеских стратегических отношений с Россией, просто неинтересна Европе. Это, к сожалению, я понимаю, насколько я такие раздражительные слова для аудитории могу сказать, но это та реальность, в которой мы живем. И это будет каждый день проявляться все сильнее и сильнее. Вот сейчас вы увидите, какой результат будет по безвизовому режиму, а потом увидите, какой результат будет по дальнейшему развитию зоны свободной торговли и ассоциации. К сожалению, мы сегодня гораздо дальше от Европейского Союза, чем мы были даже 3 года назад. И я помню, за мной бегали европейские министры и министры Еврокомиссии и упрашивали меня что-то подписать. Сегодня мы с протянутой рукой не только стоим перед Европейским Союзом, но стоим и перед Америкой, и перед всем остальным миром. Я оставлю слово моим коллегам. Вы готовы, да? Пожалуйста. Я хочу подчеркнуть, что мы все-таки проукраинская политическая партия. Конечно, вот при всем при том, при всем, что мы, да, у нас принципы европейские, мы стараемся европейские принципы партийного строительства перенести, мы стараемся перенести принципы европейские, там, скажем, членства, идеологические, это мы более тяготеем к европейским социалистам, социал-демократам, но мы партия проукраинская, страна наша Украина, и мы отвечаем интересам государства Украины. Здесь никаких не может быть сомнений, никаких не может быть дискуссий, чьи мы там, на кого мы, с кем мы и так далее. Мы партия государства Украины. Спасибо, пожалуйста. Ну, все-таки я не хотел бы, чтобы вот вводили зрителей в заблуждение, говоря, что вообще фразы о вступлении в Европейский Союз. Хотя бы потому, что ни договор об ассоциации это не предусматривает. Многие европейские политики самого высокого уровня заявляли неоднократно, что Украина никогда не будет членом Евросоюза. Более того, после референдума в Голландии голландское правительство требует внести поправку в договор про ассоциацию, где бы отдельным пунктом было записано, что Украина не будет членом Евросоюза. Поэтому те, кто говорят о том, что Украина идет в Евросоюз, они просто обманывают население. Более точно так же, как обманывали на Майдане, говоря, что подписав немедленно ассоциацию, украинцы получат безвизовый режим, европейские зарплаты, европейские пенсии и так далее. То есть, к сожалению, власть тотально обманывает народ. И в этом есть очень большая проблема. А насчет гипотетического вступления, ну можно вступать по-разному. Можно вступать как Польша, которая получила от Евросоюза просто гигантские деньги для того, чтобы соответствовать Евросоюзу. Можно вступить как Болгария или Литва, которая после вступления полностью уничтожила свою экономику, в половину сократила население, которое уехало в Евросоюз и так далее. То есть все зависит от текста документов, которые подписывает власть. Если текст документа плохой, то это значит плохой документ, и он ничего хорошего не несет. Спасибо. Андрей Остров. У меня тоже несколько такой сюрреализм в голове. То есть, с одной стороны, мы говорили о том, что как круто жить при социализме. Как круто, когда Франция сделала налоги вместо 45% 70%. Давайте и мы сделаем 80%. Ну, у нас вообще же денег нет. Давайте сделаем 80%. И будем с 1100 гривен брать 80%. Ну, и будем двигаться по социалистическому сценарию. Сейчас любая страна, которая поднимается с колен с падающей экономикой, наоборот, уменьшает налоговое бремя для того, чтобы привлечь деньги, производственные мощности. То же самое было в Гонконг, Китай, ну, в общем, можно бесконечно перечислять эти такие нюансы. Так, а что мы сейчас, конечно, очень хорошо рассуждать, когда есть там, ну, уже какая-то экономика Франции, которая уже состоялась, и они там берут там какой-то больший процент там, ну, со своих же людей, обеспечивая принудительно их там какими-то благами. Здорово, а у нас этих денег просто нет. Давайте тогда ответим уже вопрос без «хотелось бы там жить», а как конкретно этого достичь? Следующий момент. Торговый баланс. Я прошу прощения, еще полминутки заберу.
Следующий торговый баланс. Я с вами согласен на том, что абсолютно согласен на том, что очень выгодно повторить историю Польши и стать рынком перед таким рынком, где торгуют между собой торгуют Европа и Азия. Это действительно это. Польша не является таким рынком. Она посмотрите структуру внешней торговли, вы увидите, что там нет Азии. Польша тогда вместо Азии тогда был бывший Советский Союз. Это рост экономический рост Польши как раз совпал, когда Польша превратилась просто в огромный рынок. Это совершенно неверно. Ну, сейчас поправите. Хорошо, вы поправите. Я не экономист. Для меня, текущие процессы. А теперь, получается, сейчас давайте сделаем вот что. Соседу, который не выполнил свое слово, Будапештский меморандум, который целостность обещал, клялся целостность сохранять, отпилил ногу. Так мы возьмем у себя на лугу, насобираем цветочки, возьмем еще ведерко с яблочками, пошлем соседа, который нас поддерживает как-никак, и пойдем к нему мириться. Вот у меня это вызывает очень внутренний какой-то конфликт. Я вас попрошу, вы как-то дайте вот определение, как вы видите этот путь. Не просто как бы было хорошо, а в чем формула, что делать. Спасибо, пожалуйста. Значит, вопрос большой, чтобы все ответили, пожалуйста. Сначала, некорректно. Давайте все-таки мы не говорили про 1100 гривен, про 80%. Фантазии, понимаете? Образец нужен манипулятивности, то вы отработали 100%, что такое манипулятивность. Вы сманипулировали свои примеры, выдали, что якобы это от нас. Вы услышали, этого не было от нас. Давайте честно. Он же технолог. Но я не возражаю. Мы сегодня собрались и решили, давайте вы президент, вы премьер, а вам, министр науки, да? Экономики. Экономики и науки совместим в одном, в академии, плюс экономист, зачем лишние бюджетные деньги тратить? А если серьезно? Смотрите, предположим, что так произошло, да? Предположим. Сейчас у нас сейчас есть минимальная зарплата. Я это не придумал. У нас есть утвержденная минимальная зарплата 1400 гривен. Есть какой-то налог на нее. И вы говорите, мы социалисты, мы будем брать больше налогов. С чего? С 1400 гривен? Смотрите. Сейчас, одну секунду. Вы мне сейчас, по идее, вы мне возразите, я предвижу этот вопрос и контрольный вопрос задам. Вы говорите, мы увеличим, например, до 5000 минимальную зарплату и будем с нее брать. Окей. А где вы деньги эти возьмете? Просто где их физически можно взять? Спасибо, Андрей. Ведь прописать в законе можно и миллион минимальную зарплату. А где деньги брать на нее? Андрей, спасибо. Просто времени мало для того, чтобы вопрос сложный, чтобы на него успели ответить. Пожалуйста. Значит, смотрите, вы приводили пример, что хорошо ли жить во Франции. Но еще раз, я об этом уже один раз говорил. У них прогрессивная шкала в 75% начинается с доходов свыше 1 миллиона евро в год. Спросите, пожалуйста, жителей Николаева, спросите, пожалуйста, жителей Украины, для всех ли актуальный доход свыше 1 миллиона евро в год? Все ли пострадают от прогрессивного налогообложения свыше 1 миллиона евро в год? Значит, сколько раз предлагалось прогрессивное налогообложение налогом на сверхдоходы? Не прошло через Верховную Раду. Сколько раз предлагалось обложение налогом на роскошь? Не прошло. Сколько раз предлагались иные вещи, которые бы позволили за счет сверхбогатых, за счет тех, у кого особо высокие доходы, обеспечить социальную сферу? Это все не прошло. Это то, что мы предлагаем сделать. Не за счет минимальных заработных плат, не за счет средних заработных плат, а за счет сверхдоходов. Чем мы настаиваем. Что касается, как сделать, чтобы заработала страна. Страна должна выйти в плюс, в стране должна работать промышленность, в стране должно работать сельское хозяйство. Не должно быть показателей беспрецедентного падения, которое у нас происходит 2,5 года назад. Сейчас у нас ноль, нет у нас сейчас роста. Но, по крайней мере, выход экономики на плюс – это поступление, доходная часть бюджета. Это доходная часть бюджета, которая позволяет увеличить финансирование расходной части. Это социальные выплаты, это возможности того, что государство будет заботиться более реально своих граждан. Вот по какой схеме мы предлагаем. Не нужно нам рассказывать про то, что мы предлагаем минимальную зарплату сделать прогрессивное налогообложение. Спасибо. Пожалуйста. Первое, да. Конечно, Украина стала беднее больше, чем в 2 раза. По сравнению с 2013 годом мы потеряли половину общественного продукта, ВВП. Украинцы стали еще больше, чем в 2 раза беднее. Но большое количество государственных денег
сегодня съедает война. На войну сегодня идет не менее 100 миллиардов в прямых расходах и непрямых. Миллиардов гривен в год. Поэтому мы говорим, что мы партия войны, и прежде всего мы начнем с того, что нам нужно установить мир сегодня. Для того, чтобы установить мир, конечно, очень многие мосты сожжены, но прежде всего нам нужно найти общенациональный консенсус по многим вопросам. Начиная с фундаментальных вопросов, которые всегда беспокоили наше украинское общество. И здесь очень много можно перечислять, просто время не позволяет. Второе. Мы, социалисты, исходим из того, что главное достояние, экспортное достояние нашей страны – это геополитическое положение нашей страны. Поэтому, прежде всего, государство должно восстановить контроль над той инфраструктурой, которая обеспечивает это геополитическое положение. Чтобы люди простые понимали, я хочу вот такой простой пример привести. Украина – один из самых больших производителей сельхозпродукции. Номер один в мире по производству, допустим, растительного масла. В тройке, пятерке главных производителей зерна. Скажите, почему в самых местах таких, где пересекается вся инфраструктура, железные дороги, порты, автомобильные магистрали, почему находятся только частные элеваторы? Почему государство упустило стратегические места? Больше того, даже не украинские. Это в основном компании с иностранным капиталом и очень много американского капитала находится. У меня вопрос. Мы все знаем, что главное ж не собрать зерно. Хотя там вложен труд людей, фермеров, тех, кто работает на земле. Но самое главное – сохранить и продать его. Так вот, давайте начнем с того, что государство попросит частных предпринимателей, иностранный капитал, ставьте, пожалуйста, себе в середине поля этот элеватор и принимайте это зерно. Но с железнодорожной станции, с порта уйдите, это государственное место. Почему шахтеры в поте лица трудятся, добывают уголь, газовщики газ, почему распределением этих национальных продуктов занимаются частные компании? Я хочу сказать, вот я как дипломат начинал свою карьеру в Соединенных Штатах Америки, в странах, где участие частного капитала, государственного капитала минимальное. Но когда мне нужно было в квартире подключить газ, в которой я поселился в Вашингтоне, мы звоним в компанию «Вашингтон Газ», так она и называется. Компания не частная, дистрибьюторская, а коммунальная. Так почему мы пораспродавали все областные энерго и другие энерго, которые занимаются только тем, что продают то, что создавали все люди в Украине, и то, что извлечено из недр всего нашего государства. Поэтому мы, социалисты, будем требовать, чтобы такие объекты, которые тоже являются инфраструктурами, находились в собственности государства. Если мы возьмем только вопрос мира, 100 миллионов в стране, миллиарда вернее, возьмем вопрос возвращения инфраструктуры в руки государства, это еще многие миллиарды, уже есть возможность сконцентрироваться на общенациональных проектах, которые дадут тысячи, десятки тысяч рабочих мест. Больше того, если мы восстановим роль Украины как большого геополитического хаба, транзитного узла между громадными рынками Европы и Евразии, мы сможем привлечь и инвесторов. И ни для кого не секрет, что в начале 2014 года Китай, фактически правительство Украины подписало с Китаем инвестиционных соглашений на 100 миллиардов долларов. Вы знаете это? Строительство трех заводов по обогащению газоугольной смеси на востоке Украины. Договор о создании глубоководного порта в Керчи. Договоры о том, что Украина становится главным поставщиком продуктов питания в Китай. И уже пошли первые транши в Украину. Все это разрушено сегодня. Разрушено из-за того, что мы ведем тупиковый внешний и внутренний курс. Вот откуда брать резервы. Спасибо.
Скажите, как правило, вот сейчас, когда очень поляризировались многие вещи, позиции той или иной политической силы или конкретного политика говорит ответ на два простых вопроса. Что происходит в России, происходит сейчас в Украине, и тут уже прозвучал не прямой, но все-таки явно, так сказать, говорящая ваша позиция, ответ, когда вы процитировали госпожу Меркель, заявившую о том, что в Украине гражданская война. Здесь ваша позиция, я понимаю, так, в общем-то, сходится, иначе бы вы не согласны. Хорошо. Меркель. И второй вопрос. Скажите, нравится. Пожалуйста, чей Крым? Украинский. Конечно, украинский. А вы же предлагаете дружиться с человеком, вернее, со страной, которая у нас его забрала. Я не слышу в вашей позиции ни одного слова о том, что мы какие бы то ни было переговоры с Россией можем вести только после того, как нам будет возвращен Крым. И, кстати, восстановлена та самая инфраструктура и в Крыму, и в, на Востоке, о которой вы так печетесь, и которая разрушена вследствие оккупации. Вот ваши черно-белые аргументы – это во многом и причина того, что происходит в стране. И я хочу напомнить слова классиков, да, которые свои государства доводили до лидеров мирового сообщества, которые говорили, у нас нет постоянных друзей и врагов, у нас есть национальный интерес. Я что-то не помню, чтобы у Англии оккупировали территорию, и те, с кем она предлагала дружить. Ну, Англия была вообще империей, скажем, которая сократилась за последние 60 лет до размера очень маленького государства, правило половины мира. Но вопрос совершенно другой. Первое, мы должны сами, украинцы, понять, что восстановление мира в Украине не нужно ни России, ни Германии, а тем более Соединенным Штатам Америки, которые нашу страну используют как молоток против России сегодня. Конечно, это нужно останавливать. Прежде всего, ну, к сожалению, существует и один единственный инструмент международный, который нам поможет восстановить мир. Гаагский трибунал? Это Минские соглашения. Гаагский трибунал, кстати, пока не принял вопрос к рассмотрению и вряд ли примет этот вопрос. Хотя бы потому, что мы сами для себя не можем дать международно-правовую квалификацию того конфликта, который происходит на территории страны сегодня. Скажите, пожалуйста, вот мы говорим об Англии, просто уточнить. Мы говорим об Англии. Англия не теряла свою территорию, Англия теряла колонии. Украина вследствие оккупации потеряла Крым. Вы считаете Крым колонией? Я считаю, что произошла аннексия, которая противоречит современному международному праву. Больше того, исходя из реальности уже, не из международного права, территория абсолютно не автономна, она не может создавать свой автономный жизненный цикл. Поэтому для России Крым всегда будет такой бездонной бюджетной бочкой. И рано или поздно Россия станет перед фактом необходимости обеспечения питьевой водой, которой нет в Крыму, основными элементами инфраструктуры, которой нет, отсутствием полностью инвестиций, потому что Крым никогда не будет признан российской территорией. И это создает очень хорошую ситуацию для Украины вести переговоры о нормализации международного положения, национального статуса Крыма. И я думаю, что вот на этом фоне можно прийти к соглашению. Тем более, почему Украина потеряла Крым? Потому что его оккупировали. А я хочу сказать, потому что его отдали, а не оккупировали. Я работал, кстати, не только с предпоследним президентом Украины. Я был дипломатическим советником трех президентов, начиная с президента Кравчука. Посмотрите мою биографию. Так вот, я хочу сказать, ни один руководитель государства, с теми, с кем я работал, Крым бы не отдали. Вы сейчас приводите смешной аргумент, когда 200 человек, которые даже не могли открыто показывать оружие, оккупировали территорию, на которой проживало 2 миллиона 600 тысяч человек. Вы это хотите сказать, да? Я хочу сказать, что там существовали военные базы. И на которой находилась группировка украинской армии численностью 30 тысяч человек. Так как мы могли допустить, чтобы 10 человек, не имея даже тяжелого вооружения, захватили территорию, на которой 2 миллиона 600 тысяч человек проживало?
Отдали мы Крым. Вот в чем причина. А тем, кто отдали, тем, кто разбазарил свои территории, совсем другой разговор. И те последующие правительства и руководители государства, которые придут, я думаю, они не будут исходить из того, что мы так добровольно можем разбазаривать то, что украинский народ накапливал тысячелетиями. И вот давайте из этого исходим. У нас остается 2 минуты до конца. Я понимаю, что еще есть что сказать Всеволоду Владимировичу, и нам уже будет пора выходить из эфира. Пожалуйста. Я хотел пример привести, как можно вернуть Крым. Вот есть такая колония, бывшая колония Великобритании, Гонконг. Она была оккупирована, то есть она была аннексирована Великобританией в результате опиумных войн где-то 150 лет назад. И Великобритания добровольно вернула Китаю Гонконг, хотя Китай мог, скажем, в новейшей истории спокойно его отбить силой. Имея ядерное оружие, самую большую армию в мире, это не составляло труда. Но только когда Китай вырос экономически, выровнялся с Гонконгом приблизительно на равных, тогда Гонконг, в принципе, был не против. Но и то при этом был подписан договор между Великобританией и Гонконгом, и Китайской Народной Республикой, о том, что после перехода Гонконга под юрисдикцию Китая, Гонконг еще будет иметь особые условия в течение 50 лет. И Китай, не надо равнять Украину и самую большую экономику мира Китай, и самую мощную, на мой взгляд, на сегодняшний день страну. Китай пошел на то, чтобы дать своей части особые какие-то условия существования и развития. А Украина становится, скажем так, в какую-то непонятную позу и говорит, что вот никогда, потому что никогда. Ну что ж, позиция понятна. У нас есть еще ни разу не говоривший Виктор Горобзеев. Простите, первый раз у нас человек. Пожалуйста, по полминуты вам и Андрею Острову, потому что иначе мы не успеем выйти из эфира вовремя. Пожалуйста. Я являюсь тоже членом партии социалистов Запорожской области. Хотел бы тоже пару слов добавить по поводу всех пунктов, о которых мы говорили. Ну, вы говорите война. Но если президент воюющей страны ведет бизнес на территории, да, страны-агрессора, ну, тоже как-то нелогично. Второй момент. Коллега говорил, что мы очень бедная страна. Ну, судя по электронным декларациям, да, которые недавно мы все увидели, я что-то этого не заметил. Третий момент. Мы говорим о том, что давайте в Евросоюз, как нам предлагают Порошенко, Гройсман, и мы станем жить лучше. Но вот сегодня, например, в Запорожье 3000 сотрудников Обленерго вышли на забастовку от того, что им 2,5 месяца не платят зарплаты. То есть у нас за этот год в 3 раза увеличилась цена на электроэнергию, все мы это с вами ощущаем, но в то же время сотрудники этого предприятия вынуждены брать кредиты под большие проценты и выходить на забастовку. Ну и где правда, скажите мне. Спасибо. К сожалению, на Андрея Острова уже времени не остается, очень жаль, но я думаю, что за сегодняшнюю программу, совсем непростую для наших гостей, они с достоинством держали все удары, которые на них сыпались с разных сторон, мы такие составили представление о том, что представляет собой партия социалистов, которую представляли сегодня наши гости. Дякую, що були з нами. Я сподіваюся, що це не остання програма, в якій ми представляємо різні політичні партії, які є в Україні, саме для того, щоб українці змогли справді не з рекламних листівок, не з плакатів, а з такого відвертого спілкування скласти своє власне враження про те, що уявляють собою ті чи інші політичні сили, як старі, так і ті нові, які зараз виходять на, так би мовити, політичний ринок. Дякую, що були з нами. Зустрінемося наступного тижня. На все добре.